Peggy 12. Многие понимают, почему средневековые ролевые игры такие очаровательные и захватывающие. Ведь можно абстрагироваться от повседневности и отправиться жить в другой мир, более опасный, магический, впечатляющий. Однако мы хотим верить в тот мир, где оказались. Иллюзия пропадает, если игра постоянно напоминает, что это всего лишь игра. Такое случается, когда во время прохождения постоянно получаешь что-то просто так. Отправляйся на поиски приключений, но не волнуйся, в твоих жилах течет кровь дракона. Ты избранный. Потерянное дитя из пророчества. Такое себе. Мы хотим уменьшить градус пафоса, предложив взгляд на фэнтезийный мир со стороны самого обычного человека, у которого нет суперспособностей. К тому же разработчики не будут постоянно вести вас за руку. Это проект для тех, кто не боится быть уязвимым, кто готов принять свои ошибки и почувствовать горечь поражения. Да и кто сказал, что приключение должно быть легким? Кто сказал, что игрок не сможет справиться самостоятельно? Даже обычные люди могут совершать подвиги. Чтобы сделать путешествие более правдоподобным, по пути вам придется волноваться не только о сражениях. Голод, жажда, усталость — все это часть исследования неизведанных земель. К тому же, для обычного человека совсем не свойственно выбираться на холод без меха и огня. Как и нет смысла бегать по пустыне в громоздкой и тяжелой броне. Это часть нашего видения Outward. Сюжет не вертится вокруг вашей легендарной личности, а вы не будете побеждать в одиночку целые армии. Ведь путешествие не про это. Outward рассказывает о вашей жизни в более живой, реальной средневековой фэнтези. Да, это, конечно же, сложнее, однако мы, разработчики, знаем, что вы умные. Верим, что у вас все получится, и вы сможете честно заработать награды, а не получить их просто так.